Я той тачки изменяю однозначно. Я хочу ездить вот на такой тачке. Вы посмотрите просто на этот аппарат. Солнышко лучистое, улыбнулось весело. Я уже хочу узнать, что это за тачка. Это Ягуар. Смотрите, какие фары. Белый салон. Вот это пулемет. Вот это я понимаю, аппарат. Отличная машина. А насчет BMW? И Mercedes, и этой тачки. Сейчас будет цензура. Давай, давай. Давай, говори. Они очень нервно и страстно сосут по сравнению с Ягуаром. Как до Киева раком. Особенно BMW. Ой, BMW это, да? Это еще та машина. А Ягуар это, конечно, вообще. Это все машина. Да. Видели, какой цвет у нее? Просто черный такой. Такой вот лакированный цвет. Просто уже от цвета кончаешь. Вот это мы ее описали с тобой, эту машину. Как будто она наша. Она и так наша, просто мы ключи дома забыли. Ключи дома забыли. Да, ключи. А пока посмотрите на море. Пришли на центральную набережную. Идем смотрим, что тут есть у них. Даша, как впечатление? Обычно. Ты же сейчас живешь в другой стране, типа. Ничего поменял? Не поменялось. Ничего не поменялось? Нет. Сцену поставили. Сцену поставили. То ли был крем, то ли будет. Все. А как тебе вот эти удочки? А ты потянешь на что? Она сама едет. Конечно, руль стоит. Это тепловоз впереди. Чебуреки заинтересовали ребят. Они в виде фигурок заманили, короче, их. Сейчас вам покажу. В виде фигурок чебуреки заманили наших ребят. Какую ты фигурку хочешь съесть? Я никакую не хочу съесть. Даша на диете, поэтому она жирные чебуреки не будет есть. Более с мясом. Конечно, не жирные чебуреки. Ты будешь баранина и чебурек, видишь? Ну, я вам скажу один секрет, что это все замануха. Чебурек продается обычный, просто как пирожок. А эти фигурки это просто замануха. Вот и все. Вы уже перехотели чебуреки? Они перехотели чебуреки. Теперь идем в магазин Ольга. Смотрим, что в этом магазине у нас есть. Магазин Ольга. Что здесь мы не возьмем? Кроме моржовки. Нужна холодная вода. Какая-нибудь вкусная холодненькая вода. Газированную, значит. Большой ассортимент воды. Можно налить ванную даже воды. И искупаться в этой воде. И мороженое. Большой ассортимент мороженого. Можно добавить в эту же ванную и там купаться в воде и жрать это мороженое. Прямо так в ванной купаешься и жрешь мороженое.